Привет, друзья! Я покажу вам, как приготовить вкуснейшую ПП-шарлотку. В этом пироге очень много яблок, мало калорий и достаточно белка, а его аромат просто сводит с ума. Нам, конечно, понадобятся яблоки. У меня около 700 грамм в неочищенном виде. Нарезаем яблоки на кусочки толщиной 1-2 сантиметра. В нарезанном виде получается около 500 грамм яблок. В блендере соединяем 150 грамм натурального творога, 250 грамм яблочного пюре. Сюда же натираем на мелкой терке цедру одного апельсина. С лимоном тоже получится вкусно, но можно и без цедры вовсе. Измельчаем все жидкие ингредиенты до исчезновения комочков творога. Из сухих ингредиентов нам понадобится 100 грамм цельнозерновой муки. У меня это смесь трех видов муки. Мука зеленой гречки, соевая и тыквенная мука. Соевая и тыквенная имеют высокое содержание белка. А также все эти три вида муки имеют очень богатый витаминно-минеральный состав. Перекладываем в блендер. Сюда же добавляем 6 грамм соды, 1,5 чайной ложки корицы и подсластитель по вкусу. Перемешиваем. Добавляем 2 яйца. Еще раз перемешиваем все ингредиенты с помощью блендера. Получается тесто средней густоты. Перекладываем тесто к яблокам. Тщательно перемешиваем. Форму для выпечки смазываем маслом. Выкладываем тесто. Аккуратно распределяем. И отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 40 минут. Готовность пирога можно проверить деревянной палочкой. Она должна выходить сухая. Переворачиваем пирог на доску. Посыпаем кокосовой мукой с помощью сита. И ароматнейшая шарлотка готова. Теплый сладкий яблочный пирог с невероятным ароматом корицы и апельсиновой цедры. Это очень вкусно. Давайте его разрежем. В этой шарлотке очень много яблок, совсем немного калорий и достаточно белка. Рекомендую попробовать этот пирог всем, тем более готовится он совсем легко. Хорошего вам дня!